И они вам сами расскажут о том, кто из них сочиняет, кто из них исполняет и так далее. А я просто упомяну несколько деталей, которые они скромности, конечно же, вам никогда сами не расскажут. Они вдвоем, каждый из них, лауреат Грушинского фестиваля, был в свое время, причем не как дуэт, а поодиночке. Было, правда, было, подтверждаем. Да. Но в этом плане у них даже дуэт такой чуть-чуть, я бы сказал, матриархатный, потому что Ирина пошла немножко дальше. В свое время она была еще и членом жюри Грушинского фестиваля. Правда? Ну, мы были, да, вместе. На самом деле, я думала в том плане, что я лауреатом была дважды. Вот, видите, пошутить насчет матриархатности, значит, мне не удалось. Не удалось, не пойдет. Итак, Ирина Вольтман, Андрей Колесников. Добрый день, героические люди. Могу сказать, что Грушинский фестиваль в этом году без дождя тоже не обошелся. Традицию мы вам привезли. Да, мы исполним несколько песен. Песни в нашем дуэте пишу я, а исполняем их вместе. И первая песня, которую мы исполним, называется «Камин». Поселком сгущается мгла. Мы никого ни о чем не попросим, сами уладим все наши дела. Мы никого ни о чем не попросим, сами уладим все наши дела. Сами разыщем дровишки в чулане, сами пожарче натопим камин. И на гитаре играть не устанем, и хорошо, и никто не один. И на гитаре играть не устанем, и хорошо, и никто не один. Рюмки от пыли очистим мы сами, сами напьемся не сильно, но сласть. И, приглядевшись мелиными глазами, мы вдруг увидим, что жизнь удалась. И, приглядевшись мелиными глазами, мы вдруг увидим, что жизнь удалась. С неба струится октябрьская осень, и над проселком сгущается мгла. Мы никого ни о чем не попросим, сами уладим все наши дела. Мы никого ни о чем не попросим, сами уладим все наши дела.